И к другим новостям. Природа сегодня подарила жителям Абакана настоящую сказку. Волшебную картину нарисовали высокая влажность и 20-градусный мороз. Вот этот эффект, который мы с вами наблюдаем на деревьях и кустарниках, называется изморозь. Она образуется при 100% влажности, которая как раз сегодня утром у нас в Абакане. 100% влажность и давление 746. Похолодание до минус 20 принес антициклон, который прочно обосновался в Хакасии. В ближайшие 5 дней на всей территории республики будет морозно. Особенно в северных районах, например, в Первомайском, ожидается до 30 градусов. В центральной части Хакасии тоже непривычно холодно, ночами 20-25 ниже нуля. Традиционно теплее в окрестностях Саяно-Шушенской ГЭС, в Черемушках, Майна. В темное время суток максимум минус 15. Преимущественно будет без осадков. Если мы и будем наблюдать слабый снег, то это инверсионные осадки, очень слабый снег. Вот. И дневная температура будет находиться в пределах минус 5, минус 10, а в пониженных местах минус 13, минус 18. Примерно до 28 числа у нас такая погода продержится.